Кетти. О, я знаю Кетти, она же только что комментировала матч президента. Давай, Конев, ты против нее. Баки is, I think, Бакро from France. He's one of the top grandmasters, Grandelius, Bortnik, and so on and so on. Okay, I'm gonna go d4 here. I like to have the control over center. Давай подорвем. And just take it. Еще. Take it. Take everything, guys. Пока what так. Opponent gives you for free. Подвяжем, наверное. Queen a4. He wants to play knight e5. Неприятно, как эта мышка работает. D4. Fine. Can I do this? Or this? This. Давай побьем. And we can take here with the bishop. Еще идем попробую побить, препятствовать рокировке. Вот этот ход должен быть в мою пользу вообще-то. After queen b2, I have to make decision размен to give up ферзей the pawn. Должен быть здесь в мою пользу, по идее. We're going in game. All right. Пожертвовали пешку, получили что-то типа волжского гамбита. Sure. Сейчас, наверное, так пойдем. Кстати, на b6 here, я могу побить here. Просто ладьей. Длинную рокировку, yeah, что ли, надо делать? Don't do the same, guys, такой ход! Чего себе! So тогда я играю конь g5 и на e4 true. Пытаюсь запульнуть конягу. Passive game would I have choose. Let's go in here with the king. I need king for the end game. Давай, наверное, на e4 пойдем. It's not taken. Кетти оставляет короля в центре. Это правильно. Король теперь должен прикрывать поле d6. c5 сыграть. И сюда залезть. Но там можно проиграть эту пешку. Looks pretty bad. It looks pretty bad. А, ладно, давай c5. But хочу I have сюда this залезть. Idea, and I was thinking that's good for me. Let's try. To undermine c5 pawn and just нападаем, она бьет. Yeah. Мне надо кого-то тоже долбануть, да? Блин, пешка-то прикрыта. Don't try this at home. Ладно, never давай try долбануть, this at home. It's a very bad position. И много отдал пешек, да? Много. So far I'm alive. I have ладья two extra pawns. If I give back one, I will still have two. C4 попробуем. This is my logic when I take too much pawns. Это Кетти меня может переиграть здесь. Works, sometimes not. Такой ход, например, сделает. But please don't judge me. Love here. C4. Or you can judge me. Здесь. And then I can ban you. Так, а здесь побил. If takes on e4, I have to take with конем надо бить, да? Вот, а конем тогда пешка на b7 падает. With a pawn, let's give a. Так что ладью я съедаю. И теперь. Which is not the greatest, but I can push the pawns forward. Так что дальше делаем. At some point. Так, может быть. Нет, надо как там коня этого отвлечь, да? Ладно, давай отойдем, пока конь там как-то ненадежно стоит. Может быть сюда попробую. King activity, king d5. Угу. Today давай Arthur так. Showed надо me so many times this king activity, кажется. I think I'm going for it. Сдвинуть эти пешки. Let's go here. И попробую поменять. Угу. Так, аккуратненько. Отрезали короля. Прикрыли первое. I think to free my knight. Сюда напали. Let's go. Сюда. And somehow the knight should move around now. Let's go here. Давай шажочек. Check. We have to go here. И сюда, допустим, напали. Oh.
I did not see that was coming. Блин, но пешки там очень сильные у нее. Which means that we have to go for this pawn. Очень сильные пешки. Ладно, взял. Давай нападем на коня. Ты, блин, сюда шах. Да, блин. So tense position. Very tense position. Am I really that worse? I don't know. Много пешек у Кити. Let's go here. Так, пешка может пройти, да? Нельзя допускать. Ладно, сюда. Пешка. Сюда тут шах какой-то. Давай шах. I have to keep my king active. Шах. Шах. Может, ничейку с ней сыграем? Так, она хочет туда уйти. Да, тут конь ДТИ. Роман, спасибо большое. Да, конь ДТИ, шах, да? I'll hide my king, for sure. I want to win this game. If I lose, that's fine. Блин, как же это сыграть-то? Шах. I guess. Она убегает сюда. Давай еще шажок. Шажок. И на мат, типа, сыграл. Too risky, my friend. Too risky. Да? Too risky. Oh my god. H3, I didn't see that. Так, а взял. Нельзя, да? Сюда, ладно, не пускаем. Okay, H6. Сюда. Check. Ай, блин! Can I... Ай, блин! Do knight? Queen. Взял! Напал! Is this winning? Черт возьми! Сюда напал! Сюда отошел! I'm gonna know that. Сюда отошел! Here? Так, шажок! Oh, it's not a checkmate! For a moment I thought шажок, it was a checkmate! Шажок, вперед! Let's take this one. Блин, Кетти переигрывает. Okay, this one. Кетти, что ты творишь? Давай хоть пешку съем у тебя. What the hell is happening? Сзади напал. Let's go for this one. Шажок дал. Защитил. Напал сзади. Секунда. Надо съесть хотя бы пешку. Сюда. Сзади. Отошел. Погнали. Погнали. Напал. What? What? Какая жесть. Wait, there is no way? 4 секунды. There's no way. Oh, damn. Ай, там ладья была под боем. Блин. Шах. Отошел сюда. But I think I can still hold this. Ах ты, блин. Hopefully. Да что делать-то? А, шах. А, шаг, все. А! Yes! He scored the first win! Черт возьми! He scored the first win! He scored the first win! I don't know why, probably he timed out, but... Все-таки я его уронил, этот флаг! Все-таки я это сделал, блин! There was a hell of an endgame! Guys, don't do things like I do. Ну, такая партия напряженная. Okay, don't... Блин, сегодня игра, конечно, это что-то с чем-то. Похуже, ну, я думаю, ничья-то тут должна быть в этой позиции. Я думаю, здесь должна быть ничья. Конечно, понятно, что вряд ли я играю на выигрыш, но ничья тут точно должна быть. Я чувствую, да, пора снова челлендж. Кстати, Кетти ведет трансляцию. Надо будет заглянуть к ней на стрим. Давайте заглянем. Это у меня не отображается вообще, ну ладно. А вот, сейчас пошло что-то. Wow. Anyway, who cares about, about the most important is the results. It was I was always telling to my coach, and he was telling me this. No, the most important... Да.
Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас тут наиграли. Блин, какая-то сумасшедшая партия. Очень много ошибок, что с той, что с другой стороны. Брать. Это волжский гамбит в первой руке. Разменялся. Е5. Вот так, допустим. Здесь предлагают мне сразу конь Б3 идти сюда, типа. Конь Ж5 тоже нормально. Здесь С5 сразу предлагают сыграть. С5. И какая разница? Типа на конь Д7 я теперь что делаю? Я теперь бью сюда, да? Бью сюда и конь С4 играю. Такая идея. Ну ладно. А я сыграл... Как? Я сыграл, значит... Конь Е4. Это типа ошибка. Конь Д7 тоже не туда. С5 вроде нормально. F5. Конь Д6. Взял. И здесь... А, конь бьет Б7. Почему-то я не нашел хода. То есть вот так надо было. И ладья Б5. Ух ты, ладья Б5 я не видел. Напасть сюда. Типа на такой ход. Конь С4, шах. Ладья Б5, вот этот ход. Разрушал взаимодействие черных фигур, и я получал перевес. А я побил на С8, и это ошибка, конечно. После этого взять у черных лучше. Е4. Такой ход. G6. Тоже, видимо, ошибка. Взял. И жертва качества. Это правильно абсолютно. Со стороны Кетти. F3. Как-то я тут пытался закрутить. С лишним качеством. В итоге я нашел F4. Ладья Е4, шах, ладья сюда. Это правильно все. Кстати, я мог просто защитить пешку. Почему я так не сыграл? Просто король F1 я мог сыграть и пешку защитить. Я побил. Напал. А вот вместо этого лучше ладья D3 и съесть просто пешку, да? Да, вот так было бы получше. Но я напал на коня. Потом еле убежал от вилки. Ладья C7. Тут я уже ничейку запросил у нее. Так надо было сыграть, кстати. Перевесом. Я сыграл на ничейку. Здесь она убегает куда-то. Тут я пытаюсь сыграть на мат. Ладья Е5 надо было играть. Король Ж4. И вот так перестраиваться. И опять перевес у белых. Я H3, типа на мат. И здесь ладья Е5. Ж5. И вот так вот надо было. Последний момент уже. Король F2 просто проигрывает после конь D3. Кетти умная, красивая и стильная девушка. Да кто ж споет? Блин, ну как я ладья Е5 не сыграл? Вот в этой позиции ладья Е5 и просто сдвоиться ладьями. Дальше пытаться эту пешку отъесть. Перевесом.